кристаллы? Кристаллов не падает. Я не знаю, как это работает, но вот серьезно. Если бы мне не нужны были сейчас кристаллы, мне бы насыпало за это. И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька. Это подводка к открытию контейнеров, которых могло вообще и не быть. Да, я не хотел выделять как-то этот видеоролик. Я не хотел делать его отдельно. Вчера, как вы знаете, у нас произошло одно очень интересное обновление в игре. Вы видели видеоролик, который был связан с данным обновлением. Но я, как вы знаете, открывал контейнеры и вырезал ту самую часть самого открытия. Сделал все я, конечно же, это неспроста. На то была своя определенная причина. И сегодня вы ее, эту причину, увидите. Я думаю, что уже по начальной превьюшечке и по начальной вообще фрагментику уже поняли, что что-то необычное вас уже ждет. Надеюсь на вашу поддержку, надеюсь на ваши лайки, подписки на канал. Ну и, конечно же, если у вас не стоит тот самый замечательный колокольчик, то обязательно его прожимайте. Больше я ничего говорить не буду. Желаю вам приятного просмотра. У меня есть 45 контейнеров, друзья. Ну, я думаю, что по идее надо открывать контейнер, не? Как вы думаете? Я думаю, надо открывать контейнер. Надо открывать конты и как бы пытаться добивать кристаллами все это дело. Может быть, что-то еще крутое нам выпадет. Может быть, так и сейчас все искупим. Кристаллы падают, хорошо. 25к, то, что нам надо. Надеюсь, что сейчас надропает с этих 40 контейнеров. Открываем по старой схеме, по одному. Я не буду сейчас здесь открывать как-то их по-другому. Даже если вы там скажете, что я их открываю специально долго, я их не специально открываю долго. Просто я серьезно думаю, что мне, открывая по одному наши старые контейнеры, здесь дропнет получше крисов. Ну и понятное дело, что с этих контейнеров, с обычных, не завтра не будут падать никакие устройства. Вы в этом можете быть уверены, поэтому сегодня вы можете просто их открывать по максимуму. Завтра эти контейнеры просто станут старыми для вас. И, скорее всего, там будет просто дополнительная смена контов, как оно, ну, как бы, наверное, у разработчиков планировалось. Или я не знаю, как оно там будет у них происходить. Но то, что не будет такого, что, например, у вас сегодня там будет 700-800 контейнеров, да, и завтра вы их будете открывать, и с них будет падать устройство. Такого точно не будет. Поэтому можете смело их открывать и забывать про эти самые нагибаторские контейнеры. 250 всех припасов. Вот, ребят, когда надо кристаллы, кристаллов не падает. Я не знаю, как это работает, но вот серьезно. Если бы мне не нужны были сейчас кристаллы, мне бы насыпало за это. Добрый вечер. Добрый вечер. Пооткрывал контейнеры. Повыбивал кристаллы. Че по кристаллам, друзья? Все нормально? Ну, в принципе. В принципе, кристаллы выбил. Что я могу сказать? Кристаллы выбил. Иди, да? Прикольно. Прикольно. Прекрасно. Замечательно. Но я просил кристалл. Я просил кристаллы, друзья. А где мои кристаллы? Может быть, кристаллы? Дадите кристаллов, пожалуйста. Пожалуйста, кристаллов. Не, Изида, это, конечно, круто. Но я сегодня явно не надеялся на то, что я смогу выбить какое-нибудь красное здесь свечение. Вы извините меня, конечно, за такую реакцию, но я пришел за кристаллами. И когда я вижу красное свечение, вижу Изиду XT, да, это круто, да, это жестко, да, это аппетитно, но в связи со всем тем, что произошло на данный период времени, я не могу адекватно оценивать выпадение Изиды XT как положительное. Если бы мне упал бы лям, я бы, наверное, был бы намного-намного больше рад и доволен по этому поводу. Остается десятка контейнеров. Добираем быстро кристаллами. 330к уже имеется. Это значит, что два устройства я еще смогу точно прикупить.
350, 3500 кристаллов. 10к еще смело сверху падает. Синие. 10 непремки. Отлично. Спасибо. Спасибо огромное. 125 ускорений. Фиолет. Жесткий фиолет. Эффект золотой. Неплохо. 125 двойного урона. 10 тысяч кристаллов. И 125 мин. Неплохо, неплохо, неплохо. Друзья, что я могу сказать по этому открытию? Это, наверное, одно из сочных, лучших, аппетитных, нагибаторских открытий за последнее время. Увидеть Изиду XT из простого обычного контейнера, когда, по сути, я сидел и гнался за другим. Я гнался за кристаллами, я выбил соску. Это очень жестко. Друзья, я надеюсь на то, что вы прожмете лайк на данный видеоролик. То, что вы его поддержите. Потому что я считаю, что это было очень-очень даже круто и очень даже достойно.